Всем кря, с вами Бабка, это вторая серия по прохождению мода на Need for Speed Carbon под названием Battle Royale Mod. Мы продолжаем, и я только сейчас заметил, я записываю эту серию сразу после предыдущей, я заметил только сейчас, что на ней там формат экрана 16:10, а не 16:9, и у вас там по краям, скорее всего, черненькие такие вот полосочки, да. Я не знаю, как так вышло, но и тут я их подправил, я уже перепроверил, запись должна пойти ровно. Пока это самое, я тут перерывы между сериями, я все-таки дал немножко стайлинга Сильвии, я сделал вот такую вот раскраску винил, не знаю, называйте как хотите. Вот. И потом я сейчас задумался, может все-таки капот. Да, это не в специальных, это в запчастях, капот тут никакого еще нет, к сожалению, нет. А воздухозаборники я бы, честно, не ставил, поэтому у нас остается такой. Все, продолжаем наше прохождение. Каньон, давай каньон оставим напоследок, сейчас пойдем к истребителю. Мы продолжаем наше такое вот... Мое сумбурное начинание в летсплее, вот это вот все. Надеюсь... Блин, ну я почитаю потом комменты к первой серии, к этой серии. Можете тоже писать, если у вас какие-то вопросы есть. Все прочтется, все сделаем. И стоп, у нас истребитель в каньоне. Два на два, то есть... Вау. Мы с Невиом против еще двух челик. Это офигенно. Ну, то есть, прям честно, нас двое, их двое. Это великолепно. Я все больше влюбляюсь в этот мод. Блин, веса ей прям не хватает, согласитесь. Веса ей прям не хватает. Она без него выглядит прям голой, как будто. Ну ничего, скоро появится. Потом поищем гонки, которые говорят именно весы. Ну и слушай, у нас 125 тысяч, я так понимаю, денег здесь будут нормально насыпать. Может, у машинки махнем какие-нибудь, может, еще докупим что-нибудь. Посмотрим. Так. Ну, пока все идет легко, хотя, слушай, там на буквально 17 километров мы отрываемся. А, все, это максималка. У нас пятиступенчатая коробка, максимум можно ехать 230. Ну, слушай, они отстали достаточно сильно так, потому что, наверное, у них Chrysler 300C, что там, Mazda 3, по-моему, было. Я думаю, они для горных дорог, ну так... Чуваки ни шуди не смотрели, 100%. Кстати, об ни шуди, я ж думаю, в оригинальной игре была Е86, которую нельзя не было как открыть. Турбонадув. Это мы поставим так тут. Бусидо отжимает. Блин, какая тут карта, просто... О. А, нам типа дали еще. Ну, давай наймем Сава. И на Сава же мы и активируем. История Бусидо. Так вот, что я сказать хотел. Посмотрите, какая карта. Просто, ну... Как это сказать? Я не знаю, как это назвать. Просто... Это детальки Лего. Вот конструктор Лего в одном ящике просто вот свалены. Посмотрите, какая она разноцветная. Это круто. Это прям нравится. Ну, пошли дозахватывать. Все, у нас каньон. То есть это мы против кого-то сразу же. А, мы против... Блин, что это за команда? Я забыл. А, это не команда Сава, кстати. По-моему, это команда Сава. И куда он отрывается? Ты чё, чел? Чувак, ты это самое, ничего не попутал? Так, чё так громко? Именно музыка орёт. Да это все ж было хорошо. Давай чуть-чуть так сделаем. Не знаю, только что все было более-менее нормально, ничего не орало. Ну, вы сами, наверное, слышали. Я даже перепроверял потом, все было хорошо. А сейчас что-то прям орёт. Ну, ладно. Слушай, мне нравится, как они сделали баланс. Маслкары, я прям заметил, Крайслер, вот, Камара напрямую улетают от меня. Но в поворотах... ему хана, смотри, как я его догоняю. Просто... Оп. Вот в этом повороте я что-то его как-то прошел не очень. Вот в таких поворотиках, смотри. Ч
сейчас мы его просто унизим. Прям в поворотах мы очень близко. Ну, блин, на прямой. Мощи не хватает, мощи не хватает. Ну, ничего, у нас турбонаддув открылся. Думаю, его поставим. Как вернемся в гараж. Хотя, больше хочется обвес, конечно же. Конечно же, хочется обвес. Блять, иди ты сюда. Дай мне себя погнать. Я во многих моментах притормаживаю, либо, блин, газ бросаю, где не надо. Да, точно, тут финиш, это что, такая длинная прямая, надо будет его блокировать. Надо будет его блокировать, по-другому... Ни хрена, я его там... пододвину. Напрямую, короче, надо его блокировать, чтобы он мне в жопу въезжал, и за это ему минус 5000 давали. Вот так вот. Ну, а видишь, столкновение 5000 очков. Нам. Ему хуй. Ему хуй. Ну все, напрямую. В поворотах просто до связи. Опа-опа, да. Он прошел поворот еще хуже, ничего страшного. Это вообще фул газ можно было пройти. Короче, где не надо, я газ отпускаю. Где надо, я газ не отпускаю. И просто это делаю в последний момент. Да ё-моё. Ты прям... Он прям насиживается. Меня это немножко смущает и раздражает. Но наваливает он там, конечно... Дико. Не-не-не-не, он проиграл. Хотя... Слушай, мы проехали чуть больше половины, и у меня как бы уже меньше половины очков. Я чё-то не уверен. Я не уверен. Блин, надо было саундтрек из-за ниши уйди подрубить, это точно бы мы выиграли. Я хотел, чтобы он мне в жопу въехал, да-да, спасибо. Я очков хотел пофармить. Но мне кажется, я не пофармил, а наоборот профукал все очки только что. Слушай, это сложно. Я, кажется, проиграл. Хотя... Да. Ё-моё. Я начал въебался мне там. Слушай, я не думал, что это будет так. Ну ладно. Ладно, моя цель вообще обогнать его. Погнали. Либо, слушай, нам штурмонаддув открылся, мы сейчас поедем его поставим, если сейчас опять все пойдет не очень. Если я сейчас пойму, что мы опять всрем, это где-то 140 тысяч очков, если мы наберем, я поеду поставлю турбину. Потому что напрямую себе что-то вообще не хочет ехать. Слушай, погнали сразу. Как бы извините, но нет, тут прям чувствуется, чувствуется. Где она? А, у нас это тормоза. Давай поставимся. Чё я это самое? Мелочусь, да. О, блин, да. Почему он сразу не оплачивается? Все, чел, вот теперь я готов. Теперь тебе хана. Турбинка дует, шестнарик пиздует. Погнали. Я, по-моему, напрямую все так же отрывается. А, ну слушай, мать резина мне дала. Ну она прям, я не думал, что она будет лучше рулиться, но она прям хороша. Блять, я проебался. Я проебался. Мы рулимся намного лучше, намного. Мы можем его прям даже обогнать. Давай. Во, вообще шикарно. Его, по-моему, на этом повороте очень сносит, да? Нет, не на этом. Просто на каком-то повороте он прям вот так вот боком чуть ли не улетает. Вот это я зря сделал. Надо было просто притормозить или газ отпустить, я что-то ручника дернуть решил. Да, Санек. Да уж. Что-то я это самое.
Не, у нас вообще нет шансов. Не-не-не-не-не. Я не думал, что так сложно будет. Алло! Я не собираюсь всю серию просидеть, блин, на одной гонке. Нет. Я не хочу. Вот так-то лучше. Нет, вот он, тварь. Мы уже буквально затащили, но, блядь. Он меня выпихнул. Но его можно обогнать, его можно выиграть. Его можно сделать. Блин, если бы я был сейчас на Камара, кстати, я взял бы Камара, это была бы эпичная битва. Но то, что мы едем уже намного лучше, чем в прошлый раз, это 100%. Хотя мы много раз минус 5000 получили за то, что у нас с ним там контактик этот был. Небольшой. Блять, напрямую он просто улетает. Напрямую он просто... Даже с турбиной он дает мне пососать. Можно было не тормозить, ну ладно. Ну слушай. Шансов не так, чтобы прям да, но они есть. 144 тысяч. В прошлый раз не хватило. Но сейчас мы более опытным, более прокачаны. Опять же, надо жопу подставлять, если что. Может, мы вообще сейчас сможем угнать от него? Кто знает. Может, вообще так сейчас уедем, что он нас даже не догонит. Уехал, проверяй. Это значит, если у нас с вами 144 тысячи, это на 50% у нас должно быть не меньше 72, да? Да. 72 тысяч у нас должно быть. 50% и у нас 72 тысячи. Звучит интересно. Это будет... Это прям битва. Вот это было... Близко. И Сильвия хороша, Сильвия хороша. Тут я дебил. Признаю. Сильвия прям да. Тут Санечек немножко это самое... С кукухой не дружит. И с руками тоже. Сейчас прямая будет. Вот это херово. На прямой-то он прям все. Начинает в ратата режим уходить. Пожалуйста, пожалуйста. 600 очков там оставалось. 646. Ёб твою мать. О, нам Chevrolet Chevelle SS дали, Lexus S300 там, да. Это было... тяжко. Да, эти дальше зоны отхватывать. Все, мы, получается, прошли эту всю часть. А, у нас открывается, типа, еще одно вот заезд на выбывание. Подожди, перед тем, как здесь на Буване, можно вот перейти к автосалону? Ради интереса, просто что здесь есть. Mazda 3 MPS неинтересно, а S300 интересно. Камара нет, 300 синий, Шевель интересно. Рара нет, СОК 500, спасибо, блин, наигрались уже в этом прохождении на стрим. На стриме мы брали СОК 500. Если кому интересно, можете посмотреть. На канале оно есть, отдельным плейлистом. Ну что ж, гонка на выбывание. Так, я увидел там Ford Escort. Ford Escort на японских номерах. Чел. Я... А почему нитро не работает? А, у меня не работает ни нитро, ни это. Жди. Блин, давай вообще по управлению их поменяем. Можно, пожалуйста, вот так. А, ускорение времени вот так.
Передачи похер, тут же драга, я так понимаю, нет. А, оно все равно не работает, слышишь? О, замедление работает, а нитро нет. Почему нитро не работает? Ладно, я и без нитро смогу. Так, заезд на убывание, я так понимаю, это вот эти вот у нас соперники, и они типа, ну, с каждым кругом минус один. Это будет легко. Ну вот единственное, что нитро нет, это вот прям огорчает. Может, в этом режиме она недоступна, типа как в каньоне? Я сейчас только об этом задумался. Поступила жалоба от водителя. Его чуть не столкнули с дороги. Нарушитель ехал на юг. Нужны экипажи. Ну ладно. Да, я думаю, наверное, я что-то тоже сейчас такое начинаю припоминать, что в этом режиме, по-моему, нитро было недоступно. Свидетель не запомнил приметы нарушения. А еще у нас копы будут. Это интересно. Не знаю, почему вот у меня с моего предыдущего проходника 1,5-2 года назад сейчас начинают флешбеки возникать, что да, нитро здесь нет. Но опять же, я могу ошибаться, потому что я дурак. Не отрицаю, не отрицаю. Но замедление времени у нас по итогу все-таки есть. Оп-оп-оп-оп. Хотя можно было и не активировать, будем откровенно. Ладно, ну, блин, Ford Escort меня удивил. На японских-то номерах Ford Escort. Это ё-моё. Откуда? А, куда текстурки пропали сейчас? Ладно, появились. Я пока текстурку, думал, не заметил. Так, погнали дальше на... О, да, вон, видите, у нас справа место, да, выбор. Место выбор. У нас вон для эпилептиков, привет, вон, в списке этих соперников появилось. Ладно. Блин, не люблю я круговые гонки, честно. Такие, ну, они скучные. Ты просто едешь по кольцу одно и то же. Вот именно среди обычных гонок мне оно не нравится. А, мне больше нравятся спринты. Спринты это все-таки это прям, это в сердечке. Спринты наше все. Истребитель еще интересен. Каньон. Каньон это просто, я карбон люблю только из-за каньона, честно. Только из-за каньона обожаю. А я так понимаю, в этом моде каньона тут прям накинули. Но у нас только что он битва была. И спринты по каньону, вот то, что у нас был этот истребитель. Я доволен. Едем. Так, давай попробуем в этот раз залететь без замедления времени. Я его что-то не заметил. Вы видели, он как боком так тоже? Надо будет пересмотреть. Это надо будет пересмотреть. Я что-то как-то не понял даже, откуда он появился. Безумный трафик. Так, ладно, просто продолжаем. Я так понимаю, это финал этой территории. Ну, эта гонка появилась после прохождения всех. Чьи-то выбыл, у нас остался только... Как там? Локо. Что у вас имена, конечно, пацаны, такие своеобразные. Что я сказать хотел, забыл. Вот на языке вернёт. Ну ладно, сейчас вспомню по пути. По пути вспомним. Короче, мне пока нравится. Я думаю, мы пройдем. Я так понимаю, проходняк единственное будет очень долгий, потому что после первой серии там процент прохождения был 2%. Ладно. А, вспомню, что хотел сказать. А, пока не было гонок на отбитие зон. На отбитие территории, точнее, извиняюсь. Они здесь есть? Или пока типа мелкие территории, вот это все пока не надо? Я думаю, наверное, пока мелкие зоны, вот это все их не будет, а потом начнется. Ну и сложность мне пока нравится. Я поставил норму, а меня тут немножко так... В пупку так... Короче, не дают расслабиться. Не дают мне расслабиться, скажем так. Все, ты получил, кстати, что я там в игру не смотрел? Трансмиссия. Я так понимаю, эти просто тоже зоны свои довоевывают, чтобы теперь полностью стать именно вот зонами этих персонажей, да? Ну, я так понимаю, да. А, во, еще гонка появилась, что-то не заметил. Истребители. Доступ двигатель. Класс 1. Ну, погнали. Мне кажется, надо было закончить тем каньоном, вот то, что с Камара у нас был. Мне кажется, если бы мы каньоном закончили, было бы лучше. Там Fairway Z. У-у-у, тут есть Fairway Z. Здесь есть Fairway Z. Во, нитро работает. Так что это, наверное, в том заезде, кажется, было. Слушай, я хочу фейерлодизм. А, стоп. А почему Сау этот самый
ну, выбиватель. Почему Сау не тот человек, который... Что он там делал? Он срезки, по-моему, помогал найти, если память не изменяет. Да, Сау помогал срезки найти. Почему он... А еще мы проигрываем. Это так слово. Еще мы проигрываем, это так слово. Так, давай. Сау, активизируйся. Нема там С-30Z улетело. Мы, кстати, третий, это не очень хорошо. Я так понимаю, С-30 и выигрывает. Сейчас мы эту С-30 догоним, не ссыть. Оп, оп, оп. Вот так вот. Так вот, аккуратненько. И вперед. Блин, ай, на 60 километров он нас обходит. 60 километров. Не, подожди, давай в гараж. Давай в гараж дотюним Сильвию тогда. Чё-то... Я не понял мема. У меня же все стоит, что можно. А, трансмиссия появилась. Движка, он за движок мы сейчас едем. А, ну все, у нас все стоит, все, что можно. У нас стоит все, что можно. Блять, не туда. Ну и погнали еще раз. Давай. Может сейчас S30Z просто не будет. Вот тут и Lexus, вижу S300. Mazda, да, Lexus. И там видел Ford Escort еще был. Во, слушай, мне кажется, там это именно S30Z была просто какая-то лютая имбовая. Сейчас без нее, думаю, будет попроще. Слушай, я хочу через S30Z попробовать. Я хочу Fairway. Кстати, Сау выигрывает. Не мы. Мы что-то сосем. А Сау тащи. Сау, тащи, давай, у тебя там гольф. GTI, по-моему. Давай, Сау, я верю в тебя. И Сау активировать не будем, он так как едет первым, ему наоборот надо. Скорость, скорость. Так что нетушки. Ни хрена, он там летит сзади, да? Мы не отстаем, мы выигрываем, дорогой. Просто едь и все. Вот так вот. Просто Сау едь и все. Все будет зашибись. А этот поворот мне не понравился вообще. Слушай, все, S30Z нету, мы в легкую улетим. Вообще в легкую. Я так понимаю, там была проблема именно в ней. Там что-то... Что-то мне соперники попались слишком лютыми. Я, кстати, трансмиссию поставил, особо как-то изменений не заметил, если честно. Эти, да, отвоевывают все территории, я так понимаю, да? А, у этих отвоевали. А эти сейчас, наоборот, да, захватят этот... Команду Дариуса, да. Короче, да, тут... Происходит что-то не видно. А, опять гонка. Теперь кольцо на 10 километров. Авто класс 1 и обвес. Едем. Обвесы нам нужны. Я так понимаю, для авто класс 1 нам обвесы типа... А, я понял. Помните, нам в оригинальном карбоне говорили, что после победы над боссом с захвачением полностью всей территории открывается типа последняя большая гонка. Вот это она и есть. Типа большая гонка, где собирается куча народу. Так у нас тут промежуток он большой есть. И типа, что мы на такой выступаем. Я так понимаю, это и гонка. Ведь там Шевроле Шевель на японских номерах. Это прекрасно. Шевель на японских номерах, это... Ладно, 10 километров, погнали. Я думаю, это будет не особо сложно. Мать его там носит по всей дороге. Два круга у нас, погнали. Мы это пройдем легко. Я уже первый. Да, наверное, трансмиссию не стоило ставить в машину. Внимание всем! Переезжалов, неосторожное воздействие.
Мне решили немножко усложнить игру. Чуть-чуть. Тот шевель не оценил, кажись, моих придирочек. Ладно, ладно, газуем, газуем. Так, копы, спасибо, сагрились не на меня. Кстати, от первого их появления. Мерсед ЦЛК, господи, как это страшно здесь. Езжай давай. Мы еще без сала, кстати, сражаемся, да, мы тут в соляную. Ах, город не очень. Короче, мы тут в соляную будем доказывать еще, что мы тут самые крутые. Слушай, а не этих, скажи мне, получается, соперников тоже нормально так протюнили, да? У них вон резина появилась, я только что заметил, кастомная. Ладно. Номера те же, не он там у них бывает. Кстати, надо вот это отключить, чтобы мне вот так вот показывали. Может, я прямо сейчас это сделаю? Настройка, игровой процесс. Вот это, я так понимаю, оно. Это, я так понимаю, оно. Погоня, погоня. Не вписались. А коп вписался. Первый круг за 2 минуты, ну нормально. Сейчас еще один такой же проедем. 10.85. Мне сегодня прям на неожиданные такие вылеты прям... День. День на неожиданные вылеты. Лишь бы игра неожиданно не вылетела. Вот этого нам не надо, пожалуйста. Давайте без этого. Что с трафиком? Что он какой-то странный. Что-то как-то это сегодня трафик прям не свой, я не знаю. Так, ладно, просто едем и едем, все. Не думаю ни о чем. Нам еще от копов, я так понимаю, потом придется убирать. И я надеюсь, что уже после этого, это ж типа большая гонка. После этого нам уже откроется основная карта. Точнее, гонки на основной карте. Я хочу уже гоночки на основной карте. Что-то копы там протупили прям дико. Блин, Сирия, кстати, неплохая вышла, но вот сейчас обвесы по... Такая ляля будет. Гарантирую. Прям будет пушка. Вот ей чё-чё, обвеса прям не хватало. Даже вот там самый первый, если откроется. Желательно гараж маг, мне он прям нравится. Мы ее сделаем на стиле. Будет муа, лялечка. Чай. Так, товарищ полицейский, давайте вы себе снимем. Такси на помощь полиции, я так понимаю. Чисто на подсосе. Ну все, ребят, отъебитесь, а? Ну пожалуйста. Ладно. Покатаемся чуть-чуть. Эти все отвоевывают зоны, отвоевывают, да? Ну, давай глянем, что они. Ну, получается, я так понимаю, вот зоны тут есть, их просто полностью отвоюют определенные команды. И у нас уже такого разноцветного пятна не будет. Все, свалим от копов. Не возьмете. Я уже съебался, считай. Нет. Я сегодня что-то какой-то не очень, я прям въебываюсь все подряд. Все, уход, уход, ну что ты там... Да что у вас тут так много-то? Все появляется и появляются. Иди нахуй. Так, в этом большом районе всего одна херовина, которую можно снести. Одна. Опа. Пацаны, помогите, снесите их, пожалуйста. Ладно, помогли. Блять, а как от них тут скрыться на этой маленькой территории? Как от них сбежать? А, все. Не, не все.
А, вот теперь все. Он уходит. Объявите тревогу по квадрату. А, у нас вон подмога у них, так что теперь точно все. Пока подмога, надо, окажись, от них это самое. Надо этого как-то вывести из строя, либо сбежать от него. Все, все, все же, все, 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 отстань. Ну отстань, пожалуйста, от меня. Я хочу уже уехать, я хочу обвес поставить. Запутаем его, запутаем, запутаем, запутаем. Блять, не запутал. Я так понимаю, уехать от них невозможно. Его надо именно вот снести. Спасибо. Спасибо, дорогой. Муа. Оп, тихо. Нет. Все, уезжаем. Сваливаем. Ну что-то, я так понимаю, в этом районе нет ни одного этого самого. Ну, укрытие. О, вспомнил слово. Ну слушай, копы тут прям переделаны с ними прям. Надо чуть-чуть попотеть. Копами здесь надо прям попотеть. Ну, мне это нравится. Это только первый уровень. Первый уровень разыскиваемости. Что дальше же будет? Тактика преследования. Полиция постоянно курит прямо поиск. Мощь, расстояние, укрытие. Все, я это знаю. Что у нас? Да. У нас сразу все территории открыл. Это круто, но сначала... Сначала мы переходим в убежище. Тюнинг. Визуальный. Нет, не визуальный, запчасти. Это не специальный. А чё, где режим? Этот самый, он же появляется. Я так понимаю, у нас доступен только он пока, но уже с ним хорошо. Чё с камерой? Чё с камерой? Чё она крутится начала? Во, так и останется. Да, у нас доступен только он. Ну давай его и поставим. И давай уже под него это самое. Ну я не знаю, я не особо хочу делать. Это вот все делает. Это ж пиздец. Хотя немножко можно было бы. Буквально вот так вот. И колеса пошире сделать. Или уж без него. Давай без него. О, вот так вот. Я оставлю. Только вес купим. Все, она выглядит топово. А, забыл. У нас же появился еще и мотор. Давай мотор кинем. Давай вот так. Не знаю, на что влияет это, на что-то не влияет. Мне кажется. Так, 50-50. Карта, блин, ну с чего начать? Тут вот, я понимаю, гоночки по каньону есть. Чего что открывать? Давайте посмотрим. Может, тут ну, краска не особо интересна. Давай машины посмотрим. Закись азота. Поинтереснее. Это хорошо. У нас хозапорники такое. Дрифтинг откроет нам трансмиссию. Насадки глушителя. Двигатель. Тонировка. Подвеска. Машины есть. Тормоза. Аппликации. Это, кстати, прикольно. Шины. Турбина. Вот турбина прикольно. А если территории, они что пишут, да, человек, что открывает? А, или они все за денежные вознаграждения теперь переделаны? Да, я так понимаю, они теперь все за денежные вознаграждения. С одной стороны, понятно, почему, с другой, ну такое. Ладно, тут вот есть где-то кольцо на турбину. Погнали туда. Погоняем пару гоночек, и на этом эту серию закончу. Я думаю, так сделаем. Конечно, долгая загрузка еще будет. Ох, комара вижу. Моя Сильвия, Крайслеры. Это Кобальт. О, нифига себе, Кобальт. И SL500 я там видел. Кобальт на японских номерах, это, конечно, как и Крайслер 300C, это мое почтение. Слышь, мы вот мотор поставили, она прям пободрее стала. Прям чувствуется машинка прям. Да-да. Она теперь и рулится и едет. Это великолепно. Ма, шикарно. Ну, пока менять Сильвию я не планирую. Ну, пока, если честно, не на что. Пока такое. Погнали, давай там. Эй, что-то сбросил. Ты дебил! А, все сюда решили, это что?
Ну, раз сессию, да? С какой команды этот чел на Крайслере вообще? Че он так ездит? Нифига себе, он поехал. Убей хоть кого-нибудь. Понятно, кого он пошел убивать. Нет, чтобы убить первого. А тут срезку профукал. Что сегодня за день? Почему мне так фартит на трафик? Я не понимаю. Тут смотри, как они в поворотах замедляются. Слушай. Если б не Lexus, мы бы его сейчас, да, мне кажется, догнали бы уже. Что, на срезку поедешь? Не поедешь. А ты поедешь. Блин, слушай, а это уже потяжелее гонка. Я так посмотрю, Chrysler 300 здесь прям едет. В нем как будто сил 500, блин. Хотя в нем скорее 500 тонн, чем 500 сил. Блядь, зачем я его снес? Хотел поаккуратней. Не, мы можем его догнать, у нас шанс есть. На поворотах мы прям отыгрываем. О, видишь? Осталось того по такому же. 2 секунды, ну ты чего? Хотя он, смотри, он на срезку не поехал, а этот поехал. Да-да-да, бодайтесь, бодайтесь между собой. Мне оно выгоднее. Где Сау? Где этот челик? Где этот микрочелик? Я не понимаю, где Сау? Сау, ты там где? Я даже использовать нельзя. Блять, про срезку знаю, твари. Ну что, я сейчас на следующем повороте его это самое вздрюкну. Вот оригинальный карбон нам не дарил столько этого самого, скажите мне. Как бы это так сказать? Такого интереса. Мы, кстати, проиграли, скорее всего, там дальше чисто прямая. Да, мы проиграли. На, блядь. Не очень вышло. Все, блин, если бы вначале тоже вот этого не случилось с этим челиком на Крайслере. Где Сау? Почему он? Ну, я его не вижу. То одни гонки он там летит, как не в себя, то где-то в жопе сидит. Так, я так понимаю, теперь у меня главный соперник будет Мерседес вот тот, да? Хотя, слушай, Крайслер и его, кажется, догоняет нехило так. О, Сау, я дал тебе цель, давай. Иди рви его. Где Сау? Сау, ты собираешься все хоть что-то делать? Алло. Дорогой, ну блин, ну ты где-то? Просто, что за сокомандник, идиот? Эй, в прошлый раз этого Мерседеса вообще было не видно, не слышно. Во-во-во-во, это хорошо, это хорошо. Давай, Сау, убей его. Да, в смысле не сработает, убей его, я тебе говорю. Срезать не буду, это срезка бесполезна. Блядь, слишком далеко. Хотя, слушай, эта срезка, кажется, не так уж и бесполезна. Как меня Сау бесит. Он делает буквально нихера. Ну что, он пусть перезарядится, наверное, немножко. Блять, Иван. Диско, чувак, тебя зовут Диско. Блин, куда ты так едешь? Сау еще перезаряжается 300 лет. Даю тебе время. Вот, ты уже у него на шопе. Убей его. Убей. Ну убей ты его. Ну какой ты тупой. Я уверен, Невил бы уже все сделал. Ну Сау. Что с тобой? Давай, давай, давай. Ну убей ты его. Только чувствую, что его когда активируешь, он наоборот, блин, не хочет убивать. Что происходит? Что с тобой не так? А, он второй.
Нифига, он летит. Что-то он раскочегарил свой гольф. Блин, стейчка жесть намутил прям. Наверное, прошивка не та стояла. Сейчас активировал, погнал. Не знаю. А, денежный 1200. Теперь у нас денежек поменьше будет, я так понимаю. Ладно, это мы сделали. Погнали дальше. Тронная точка. 13 километров. Не горю желанием. Погнали. Погнали лучше вон в небольшой кружок. Контрольную точку. О, хороший старт. Хороший старт. Да, одну музычку послушаем. Да я и так быстро еду, дорогой. Куда меня спешить? Нет, Сау меня выбесил. Сау прям... Я не понимаю почему-то. Ну ладно, мы выиграли и выиграли. Это уже радует. Да, давайте эту гоночку и, наверное, на этом мы закончим. На этом мы с вами и закончим. Серия была полна, скажем так, на контент. Когда откроются какие-нибудь машинки поинтереснее, когда уже там, ну, более такие. Вот та же S30Z я очень хочу попробовать в Fairway. Но здесь пока того, что я видел, вот она точно. Да, в принципе, пока это все, что мне интересно. Но вот из маслкаров что-нибудь хочется попробовать, необычное. Опять же, необычное, чего нет в оригинальной игре. А пожарную машину попробовать не хочешь? А она хочет. Нихуёво я так впелился. Ладно. Я говорю, сегодняшний день что-то с трафиком не то. Мы что-то прям... долбимся. Пошла нахер срезка. Я и без тебя справлюсь. Музыка такая спокойная. Ну, я же говорю, без нее справились. Все, зона наша? А, сейчас, пока сначала это. Посмотрим, как ТФК завоевывают зону. Значит, зона наша? Нет. А, надо именно три гонки выиграть, чтобы зона стала. На выбывание. Не, давайте мы уже на этом закончим. Все. На этом мы заканчиваем еще одну серию. Я надеюсь, что вам все еще нравится. Я желаю вам всем удачи, всем хорошего настроения, всем покряк.